В условиях карантина Федерация шахмат города-курорта и детская юношеская спортивная школа номер 2 организовали дистанционное обучение шахматам. Тренировочные занятия по специально разработанному расписанию проводят педагоги шахматной школы при помощи интернет-ресурса «Шахматная планета». Учащиеся распределены на 9 групп в зависимости от уровня квалификации игры, и в том числе создана группа для начинающих шахматистов, то есть уровень 0. А с целью повышения спортивного мастерства будут проводиться онлайн-турниры.